Уважаемые подписчики, утро в Москве. Сейчас мы идем на базу. Сегодня у нас день рождения у подписчика Ёжика. Желаем ему здоровья, самое главное, успехов, хорошей работы, хороших заработков, благополучия в семье, отношений и так далее, и тому подобное. Всего самого наилучшего тебе, Ёжик. И он вчера, я ездил к нему, он вчера передал небольшой греф поляну ребятам. Сейчас мы пойдем все это отнесем. Похмелим, так сказать. Время я не знаю сколько. Бристоль еще не открыт, короче. Поэтому, Ёжик, подарок твой будет в тему. Вчера я не пошел. Потому что день рождения еще не настал, во-первых, заранее не отмечают. Во-вторых, было темно, съемка будет не так интересна. Все, идем будить ребят наших. Ну вот так, ребята, только найти никого не могу. Аслан вчера вроде бы там собирались, они опять хату снять посуточно. Сейчас будем звонить. Что-то нет ни космоса, ни Аслана, никого ничего, ни хера не могу найти. Хожу вот с пакетом, курица, гриль, водка. Никого нету. Ёшкин матрёшкин. В прошлом и будущем именно он называется жизнь. Счастье дано повстречаться везу еще. Счастье дано для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг залетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Браво, маэстро! Мама! Так, Аслан на телефон не отвечает. Сейчас пройдем на шестой выход. Может быть, здесь на полянке они затусили вчера. Где же их искать? Долго я буду бегать с этой водярой. На полянке что-то не вижу никого. Полянка, полянка. Ну где вы? Тунеядцы. Где вы есть, блядь? Где вас искать? Нет никого. Во, блин. Я не пойму, вообще никто ни металл не собирает. И так хватает денег. А, вон кто-то сидит там. Кто-то там сидит. Пойдем посмотрим. Вот знаменитый ветродуй. Тепло, но летом здесь жарко. Все равно теплый воздух оттуда идет с этой решетки. Вот это работяги сидят. Там голубки воркуют.
не знаю где, кого искать. Вообще подозрительно. Подозрительно. Ну ладно, пойдем еще дернем кофейку. А вот эту фигню сломали или разбили, непонятно. Остановимся на месте. Если Магомед не пошел к горе, значит, гора придет к Магомеду. Вообще наоборот говорится, но бывает и такое иногда. Сейчас я попью кофе, кто-нибудь подтянется. Что это за конфетки такие? Йота. Малина белая, шоколадная глазурь. Попробуем. У них цена охуенная. Какая? 22 рубля. А еще есть шоколадом. Всю как любит. Похмелье в Бургер Кинге, бля. Вот один подтянулся, бля. Что, Валерка, хуёво, да? Пиздец. А что, не видишь, что висит? Бедолага, бля. Напился вчера, да? Как поросюшка. Ну, как всегда. Ну, да. Сань, надо курить. Курить есть. О, кстати, Сань, не надо. Ну, наверное, здесь за сигареты нас точно разгонят. Нет, ты на улице сидишь. Можешь. Нет, тут нет. Курили. Тут можно курить. Поставьте ее так. Не-не-не, хуйча. Я первый. Пизду тебя нахуй. Ты ее сейчас обслюняешь, блядь. Бычий у нас не снимается, но он здесь. Бычий, на тебе подгон, смотри какой. Валер, а где это? Космос, не знаешь? Наверное, там. На кругах нету. Как бы они заходили. Аслана тоже не нашел, на базе никого. Она помнит, что ты. Подписчик, у подписчика день рождения сегодня, у Ёжика. Он передал. А? Ёжика? Да. Он передал выпить, закусить. Я вот хожу с пакетом. Все с похмелья, я никому не наливаю. Чего, Берди, а ты что, без зажигалки? Ты что, ты ему-то? Прикурить-то он руки. Перекись. Чего есть? Перекись. Вот он жилит. На водку есть, на перекись есть 16 рублей. А что у тебя с рукой-то? Да там дерево у Сережи ударил там. Об дверь. Загнила. И потом загнила. Сразу нихуя не было. Сразу она на нее. Зажило все нормально так. Ну, это корка. Сильно, привет, привет. Ну а Серега-то, если это возьмет тебя, ты поедешь назад? Ну, увидит видос, вот, передавай ему привет. Я говорил, когда где-то дня два назад. Тоже снимали за тебя, говорил. Что не мерзнет, ну ты понял. Уже и криги придут, сегодня будут. Ну, запах. Он все по людям помог человеку. Лёг, подыми её, а потом дальше направь. Только сильно не дыми, хорошо, не свинья. Паспорта делаешь, домой отправляешь. Да ладно, это все понятно, нормально все. Ну, Аслан, походу, сняли хату они. Я сейчас звонил, не берет трубку.
вчера какой-то тип с ними был. У него денег до хера было. А это вы, наверное, попозже вечером. Да. Самокаты вот эти не так уж и дешево. 9 рублей 90 копеек. 50 рублей сразу платишь за страховку и 6 рублей минута. Я вчера вот здесь вот сидел за тем столом, он говорит, 9 рублей 90 копеек. Что 9 рублей 90 копеек? Стоит минута. Может, она... 6 рублей минута стоит. Ты прикинь, час откатался, 360 рублей час. Плюс 50 рублей страховка. 410 рублей. Интернет-то не должен. Почему мы Да налей ты, я выделю еще, слышишь? Налей. Да. Пока никого нету, начнем еще одну. Ну чемодан чего? Ушел чемодан, да? Киргизстан хоть съедет, блядь. Блядь, новый чемодан продали за 250 рублей. Ёбашу мать. На колесах, блядь, модерновый. С кодом, блядь. Блядь, представляешь, нахуй? Он здесь как-то стоит. Он стоит рубля 2,5-3, ну. Может, Саня, это фирменный. Кодом, у него было три ремня, плетка кожаная, хлестать в упаковке, которая стоит 6 с копейками. Плетку я не скажу, кому продал, потому что было нахуй. Садомазохисты. Три ремня я продал вон на Рижском вокзале, ой, на Рижский рынок, знаешь, здесь вот уж. Бильярдный шар никому продал. Кого? Бильярдный шар. Чего? Брат, который застал, блин. Чего сказал? Бильярдный шар. Шар. Это ты мудак, блядь. Ювелир хуев, блядь. Как себе, блядь, работаешь огранщиком, себе хуй, блядь, шары не вкатал, блядь. Баклан, блядь. Вот ты баклан на туре, блядь. Да сам ты баклан. Я не говорю по пятам этих. Правильно говорю. Не по 5 караток, ну блять, ну по низкому. 5 караток за 1 грамм. Ну, ты боялся, что он потом не станет? На бомб не входить. Да ёпта, у меня захватал меньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди открыло было нахуй. И на юга поехал на водке. Поехал. Сейчас она тебе плов наделает. Ведет это 6 часов утра, блять, плов захотела она, ёпт твою. Нет, 5. 5? Вчера покушал, супчик достойный. Где ты супчик кушал? Сань, ты чё? Ладно, мы-то бухие были, ну ты-то трезвый. А, дома что ли? Не, я не ел просто. Я говорю, целая кастрюля стоит. Я же не кастрюлю припёр, я налил тарелку, подогрел. Остальное поставил в холодильник. Зелёный больше. Я понял. Маш. Единственное там, да, Маш. Да, она с ингредиентов таких, что как... А пиццу знаешь, как создали? Пиццу создали, жрать захотел мужик, пошел в холодильник, а у него одни объедки остались. Кусок колбасы там какой сраный, блядь, сыр, помидоры гнилые, блядь. Вот он все обрезал, блядь, и мука была. Ну, хуя-хуя, вот тебе и пицца. А что ты думал, что ее изобрели, что ли? Жрать захочешь, не такой изобретешь. Ну да. Дела. Чего там? Для истории. Хотя что, снимай. Для истории. Кстати, знаешь что?
Ну, если люди добрые есть, я вот на юга, ну, бля, потом вечером, ну, если увидимся, снимешь мои ножки. Мне надо срочно на юг. Не в Крым, нет, ну, Америка. Не хочу я, вот, блядь, на юга. Я на юг не хочу, я хочу в Дагестан. Не на кирпичный завод, а Каспийское море. Я там служил, во-первых. Вчера по новостям было, там цены ебанутся, блядь. Короче, баба лежит на булыжниках. Бля, свободный. Подходит два какие-то, блядь, хуй побьет. Гудера, блядь. Я руки, короче, слышь, говорю, давай 200 рублей. А ты за какой хуй? Я то, что лежать нельзя, я же ртом покупаю 600 рублей. Ну, короче, цены пластмассовые. А хуй лишь с этим хуй твой? Почему? А не пошел бы ты в пизду, а? Сначала на 10 дней, блядь, раньше у вас пизды вылезти, блядь, с маминой, потом не указывай. Не ругайся. На 10 дней младше тебя, да? Блядь. А то я сейчас скажу в эфире полном, блядь. Ну, как ты с мамой разговариваешь, тебя завалят бутылками, нахуй, по башке надают. Приеду, поверь, адрес найду. Я промолчу. Она тебе плохо думает. Плов хотел? Шаманская тебе знакомит плова. Церковного плова. Машенька. Машенька. Интересно. Кстати, Сань, что хотел тебя спросить? Ты помладше меня? Смотри, на голове волосы сидеть. На пизде тоже сидеть, правильно? Не знаю. Ты ее тоже, бля, когда у нее седые волосы на пизде, тоже Машенька можешь вырывать? Машенька, нахуй ты мою чекушку спиздила, да? Это новая сказка будет, бля, бывает. У меня столько вариантов, бля, режиссеров есть. Они, бля, тормозят, нихуя не едут, бля. Рыжий не съедет. Чего? У меня не была в голове. А? Ну ты сам вроде да. Что, я? Не, вроде он, да, не да, рыжий, да. Он не рыжий, ну, не, он не рыжий. Я вообще за рыжий. Волосы. Нет, за рыжий. Один раз была рыба. Один раз. И то сама она черная. Вот я сортил бесплатный. Это у меня подъезд любви там был. Ну я говорю, пойдем к другу. Ну пойдем. Ну на белорусском вокзале находимся. Дальше палатки были внизу, где касса находится. Ну там. Кстати, ничего не ела. И ничего не бухала. Сели-то, ехали. Я говорю, другу пойдем, пиво попьем. Опять пойдем. Ну чего? Я хуяк звонок звоню, это, блядь, двери, у меня одна на четвертом этаже была. Там, видно, ли уехали, там никто не отвечал никогда. Я говорю, вот это вышел, надо подождать. Ну пока подождать, надо, нахуй, надо въебать на подоконнике. И объебать. Время у меня есть. Чего? Развлекаю ноги, смотрю, бля, я не понял, говорю, это что, говорю, ты покрасил от пизду, что ли, хуй, бухой, бля, а он говорит, это дурак, что ли, бля. Мы не карали тебя, вон. А, вот, Кристина, все, понял имя, ты понял? Кристина. Ну, сумка упала. Пока никого нету, да, эту бутылочку одну, заднюху. Евгений? Ёжик. Ёжик, с днём рождения. Мы сейчас пьём за твоё здоровье. Кирилл, я, Быч, белорус, Быча. Быча. Бычу не видно, но он здесь. Он, сука, здесь. Да тебя снимать, тебя только детей тобой пугать сейчас, ёбаный врат. Да, однозначно. Вон он стоит, сука, слепая. Это он с Маригой сейчас ходит. А ты сам с собой смотрел хоть раз? Нахуй тебе говорю. Ты домашний. А он на улице, как и я живу. И
Ты понял разницу? Понял. Я могу себя пожрать всегда на дне. Единственное, просто готовить, но это моя лень, блядь. Нахуй мне готовить, если можешь подойти, он, блядь, бургер этот, нажраться, блядь, и все. Дом говна ебучего. Ты знаешь, сколько я суп не ел? Че думаешь, хлебал? Думаешь, охуенно она готовит? Она готовить не умеет, твоя баба. Евгения, я ей в глаза даже скажу. Я представляю, что там за плов будет, блядь. Месиво, ебать. Да, покажи назад. Мои брата, не знают, куда там. Там есть курица, будешь курицу? Я тут за курицу переживаю, Будешь курицу? Будешь курицу? Пока нет. Я пацанам оставлю там космосу, хуёсмосу кому-нибудь. А космос сразу. Не-н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 е. Чё? Это миляха тебе оторви. Сейчас откроется, я хлебушку возьму. А мы покушаем вместе, чё? Валерий, так будешь или нет, ёпты. А ты чё, уходишь, что ли? Может быть, уйду сейчас. Просто надо ещё там это налить ребятам. Где ты его сейчас сказать? Не знаю. Где-нибудь? Ну и где? Много не надо. Всем корону навесил. Стой. Да. Я думаю, блядь, будь что-то еще бургеры, ты не спал, это явно. Сегодня у него есть отличный шанс. Поспать в Бургер Кинге. Ну, он все вырубится, эти бурочки. В туалете? Ты знаешь, как он открывается? Монеты. Я, во-первых, твоя не пусят. Живу больше. Ну, да, это... Откуда человек, который... Из Москвы. Откуда? Из Москвы. Москвы. Вот он мне вчера эту зарядку подогнал. Микрофон. Я сегодня не стал с собой брать микрофон. Я не знал, куда пойду, потому что... Все с собой не будешь таскать. Это надо чемодан вот такой катать с собой. Ты бычи? Ты бычи предупреди, когда приедет этот какой-то, блядь. Блядь, сколько его, как его? Любимый твой друг. Паша. Да, он носит все. Если при мне мой телефон берется по зарядке, блядь, не утаскивать. Я говорю, слушай, не охуел. Хорошо его предупреди, чтобы смотрел. Чё смотрел? Чё? Нет, чё? Сейчас плов пойдём готовить себя. Пусть я тебя порублю на кухне. Хорошо, Валерий. Чёрт, пусть лохани. Костя, спустя. Блядь, а он, сука, старый, блядь. Не брите ещё, блядь. Евгений, ну ещё старее. А Космос не с тобой ночевал, Валер? Космос не с тобой ночевал? Я вас забивать-то, блядь. Сашка, ночевать невозможно, Дай скажу. Да подождите, что ты перебиваешь? Ночевать невозможно, почему? Потому что три подъезда у меня спаганы. То есть меня люди принимали там нормально. Но я не сорил ничего. За Валера. Космос там насрал. Да, обоссал. Ну я же говорю за Валера. И вот. Все. Это первый подъезд, второй. В том доме тоже. То есть везде газ. Мне жалко его все равно, да, я понимаю его, но не знаю. Когда один нормально все. Выпиваете все. А? Выпиваете. Или уже выпили? Второй. Я не торопился. Быть торопится на работу. Пей.
А я тебе что? Сигаретку тебе? Самокрутки вон, бычки крути нахуй. Заебал, меня этот вопрос уже подкидывает, блядь, дай закурить. Слышь, парень, а если я в таком прикиде буду ходить, ничего, хоть руки отдадите. Конечно, брат. По работе, это по работе. Рабочий человек грязный не бывает. Быть покурить. Нам. Нам одну на двоих. Не, Валер, вот, мы одну. Валер, закуривай, с ним покуришь, а я с, это, с Кириллом. Давай. Сейчас покурю, давай. Сейчас выпью. Погода у нас хреновая, что я тебе могу сказать? Погода хреновая? Нет, погода заебись. Дождя нет, слава не богу. Жарко, нет, ну, дождя нету. И не жарко. И не жара, да. Тополь ебаный летит, блядь, не перевали. Да это ж не летит, только начал. Да хуйня. У тебя салфеток нет. Салфетки ему еще. Дынь. Чего? А он сам собой. Не хочу, не буду. Чего не хочу, не буду? Да куда ты денешься? А чего он не хочет, не будет? Отдаваться не хочет. А, отдаваться? Да я тебя выебем нахуй, 6 секунд. Что тебя будет спрашивать? Понять, я стол но... на лиге пиздец. Сам... А че ее там жопу мазал, что ли? Че в йоде-то руки? Ладно, я-то ногу мазал. Ты ее там. А че это? Откурил. В норке ковырял. В норке ковырялся. Вот, ему дал там в норке. Ну, положи вот сюда руку. Ну, положи руку, дай руку сниму. Ну, положи руку. Блядь, как целка, блядь, ломается. Положи руку. Пожалуйста. Тебе ничего не похуй, засветился уже всю свою жизнь, вот блядь. Так. Вот, пальцы, видишь, какие. А, ебать, ну, хоть бычки хуя смолил. Да. Три пачки. Блядь. Москвич вот, ребят, бычки, блядь, курят. Да, не бычки, это космос, блядь. Достойный. Я даже не знаю, откуда он, с какого подвала. С какого подвала? Мама где-то ему покупает по 55 рублей. Ну а хули, так он дымит, там пачка за пачкой, ты же видел. Что нам будет? Она бы, если бы он курил пачку хотя бы на сутки, а он купил бы ему, блядь, там, пусть не Мальборо. Он говорит, да хули они сейчас соединят, вот там 10 рублей разница. Саня, у тебя 30 рублей есть? Найдем, а что? А эту хуйню. На перекись? Надо по... Не, бинт купить. Бинт? Перекись, какой я делал. Блин. Сейчас я схожу, я себе кофе возьму и бинт тебе куплю. Там аптека работает на той стороне? Да, да, да. Там не знаю. Да, 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 бинт, какая разница? Мне туда купить, я список, да? Кого? Список? Хуисок, ты сейчас дашь список, там тысяч на 20, нахуй. Что, меня слушаешь? Что ты слушаешь? У меня зеленка нету есть? Денег. Много. Зеленка есть? Откуда мне зеленка? У тебя зеленка есть? Дома? У меня нету нихуя сейчас. Где есть свет? А, и у нас завтра больше. Дай им, пожалуйста. Я тебе дам, пожалуйста. Да у меня есть. Так, лицо, Сань, смотри. Вали. Ну, нахуй. Сань, снимай. Давай, держи. Бля, сейчас стакан все послушаю. О, реакцию, точно. Проверяй дальше. Она и для этого и есть. Проверяй реакцию. Не для этого, это для садомаза. Да? Ты знаешь, для чего это? Ну, шарик. Я сегодня не проверил. Ты знаешь, для чего этот шарик, слышишь, я Кирилл? Я не знаю. Кирилл, ты знаешь, для чего этот шарик? Для чего? Это в рот я запихивают, так... нахуй, садомазохисты, блядь. Кто сказал? Пусть о себе такой шарик, блядь, заткнет. Так там же была и плетка, и вот эта хуйня. Какая плетка? Ты сказал, что там плетка была, это в рот вставляют, блядь. Это не та была. Это не та. Блядь, Сань, не прикал. Это сделали
Вот это вызывающе, да. Да, а это в рот вставляет. Да. Ну вот, на голову. Ну так ты же сам сказал, что там плетка была. Да плетка в другом была, шайки, не там был. Сколько ты мне тут разводы делаешь, блядь? Это теннисный шарик, хули, блядь. Ребенок делал, блядь, он шарик. Прыгал туда. Че ты видишь, если тебя в натуре синяк? Ты сказал, ты синяком, блядь, он что-то, блядь, я просто боюсь, чтобы нахуй. Ну, да, а у него пазы слишком. Чтоб не снялся. Вы что, мне поменьше шарик? Санек, ну спасибо тебе большое. Да хватит тебе, нахуй. Ну, бля, бывший, а ну дай мне ту сигарету. А ну вылей ее нахуй. Да. Вот, ну хватит. Кинешь же режиссер. Ты это. У меня... Ты не забывай. Я рулетку забыл, сигареты. Забыл, блядь. Вчера. Бля. Что у тебя было? Да ну его нахуй. Вчера. Блять, на секунду дали уже. Вчера три брата указали. Чего приходило? Я хуй, три брата каких-то. Три брата. Акробата? Да, хуй, уксус и лопата. Я помню, щи вчера ел. Щи, борщ, блять, называется. Борщ. Кстати, что ты меня снимаешь? Я хоть причесан? Конечно. За это честно скажу. Ты мне твое честно, Сань, знаешь как. Давай. Честно, это... Причешись. Одень галстук. Что у тебя там, зеркало? Нет, подачу. В кармане тоже. Хуяк. Ну все, ЗАГС напротив. Можно идти. Я думаю, я буду в Армане ходить, если на работу. Что это говно, блядь? Так, пошел я за кофе и за бинтом. О, а куда больной делся? Туалет пошел. Туалет? Ты сам. Перекись и бинт. А? Быча, шел бы ты нахуй домой. Не позорь, блядь, народ на. Как в котях сидишь там. Не, я тебя никуда не поведу. Мне это нахуй не надо. Ты сам должен был знать об этом. Да не, мама, я думаю, уже свалил. Да мама-то свалила, нахуй мне нужен, водить его нахуй еще буду. Хуй семья доведу. Сам должен знать, если не можешь ходить, иди на пороге пей. Ну. О, больной идет. На общак. На общак. Пацаны. Мне нравится это слово. Вон это, бинт. Не, я рюкзак вижу, брат. А. Ну, рюкзак, грязный пиздец. Мне зависит. Рюкзака пойдешь, а новый рюкзак. Что ты мне не сильно, блядь? Почему в это нихуя не верят, блядь? Завтра это завтра. Сегодня сегодня. Мне не дадут, а может дадут. Потому что я уже брал. Я перебинтуюсь. Похмелились. Что, есть хорошие люди, деньги вычтите, дайте я уеду. Куда ты собрал? Я? В Ростов. Ой, сука, еду. В Ростов? Да. Таганрог, блин.
Блять, а кофе я себе не купил. Вот мудила, а. Чего? Кофе хотел попить. Кофе ну, возьми здесь, куда пиздец. Тут дорого. Там 25 рублей стоит. И нормально. А тут? А тут? А тут, не знаю, рублей 60-80. Да. 58 что. А там я 25 рублей и нормальный кофе. Пиздец. Нормально, им... сидеть дыхально вот. С ним только позориться. Сидеть, потому что потом ты зайдешь. Куда а не зайдешь? Куда зайдешь? Жрать заготовить, что, посидим? А что, на улице ложить? Да проспится через час. Вот и пусть сидит, проспевается. Нахуй, проспевается. Нахуй так пить, если он сосиску вообще неадекватно. Так он может любой день вечную арколожку, понимаешь? Вообще. Он даже на учете стоит, блядь. Не хочет, блядь. Я бы первый побежал бы, блядь. Мы что, куда попиздил? Ну ты убиться хочешь? Сейчас она скажет умные слова. Да вы чё, блядь, псы, охуели, да, блядь, вы сидите рядом. Щипет. Я ж москвич, я вас накормлю, да, напою. Спасибо. Кирилл, поможешь день завязать? Ой, я не заливаю. Какая? Да, у него просто. А вторую болячку чё не могу. Какую? Вот сюда, реально. Вот. А это не это, она не гниет. Ведь один хуй. Хотел я сказать, делаю хатню все. Ну, блядь, ты, блядь, быстрее хочешь. Давай. Сейчас, пусть она. Саня, нахуй ты кофе не купил себе? Да сейчас схожу купил. Лекарство купил нам, а... Сейчас, я забыл просто. Там такая продавщица в аптеке, что я забыл нахуй про кофе. Понял. До 9 она работает, я сказал, приду. Сейчас аптеку эту разнесу, потому что мне лекарства другие нужны. Там люди были? Не, никого не было. Сука. Я, наверное, первый покупатель. Да подожди, я тебя совершу, пусть она питается. Нахуй ты наливал там, ты сам подумал. Понял, все. Ну, смысл наливать. Ты мог хоть так завязать, блядь, я тебе заезжал там, ты запитаешься. Понял? Поверь, я в этой хуйне знаю. Она будет сейчас сказать свое слово. Умная. Не скажешь. Что, умных слов кончились, что ли? Умные слова? Ну скажи тупые. Ты умеешь это делать. У космоса любимая песня, смотри, да? Какая? Я родился ночью под забором. Мурки прозвали меня вором. Мать назвала меня Романом. Это потом получаемся. Не для информации, не для всех это. А что ты лайкаешь? Вот блин, хуйня какая-то. Я представляю, если бы ты увидел мои раны, видишь сейчас. Ты, блядь, это знаешь, как я бы орал. Давай там. Да сейчас, подожди. Да это бинт ебаный. Посмотри, как он идет, сука. Тварь ебаный. Они все сейчас. А сейчас бинты подъеб. Брат, переворачивайся, по-моему, тоже было. Бинт переворачивай. Завяжи было, я тебе сейчас завяжу, блядь. Крачут. Да, через пальцы, я говорю. Натуры длинные, да. Смотри. Через пальцы. Ай, блядь, на сайчок. Я сейчас всех. Ёб вашу мать, бинт замотать не можете, блядь. Слушай, ты давай не умничай, а режиссер. Что сейчас тебе забинтуем? Шею. Шею не надо. Шею. Как умничай. Потуже. Шею потуже забинтовать. Ты видишь, что это дерьмо, блядь. Дерьмо, ну какой есть, ёпта. Ну брат, ну. Чистенький, самое главное.
А, блядь, самое главное. Блядь, не проще было взять, блядь, он мне подарил его, блядь. Васичу. Ну посмотри, что он творит, блядь. Не мы бухие. Это бин такой. Блядь. Не мы бухие, бин бухой. Короче, бин напился. Бин забухал, блядь. Слышь, везде. Все. Грызай. Хоть закусывай. Так, господа, я к вам обращаюсь. По возможности, копейки там вышли. Хочу я съесть в одно место. Перед смертью. А попозже я вам покажу все выписки. Весь сердечник, цирроз печени, с ногами пипец. Просто несколько лет я проживу. Все. Есть возможность вышить мне деньги. Может, я так сижу одна, что-то говорю, ну по мне видно. Раньше 20 килограмм весил. Режиссер знает это, видел меня. А сейчас здорово. Я вижу вместе с вещами, килограмм 70. Вместе с вещами. Да. Если с чемоданом был. Чемодан это больше, чем я. Так что если есть возможность, высылайте бабки там или что, или помогите. Шмотки мне не надо, шмотки я сам найду. Руки не отвалились. А вот уехать, толком надо уехать. Я отдохну, я потом приеду, каждого благодарю. Ну не каждого, конечно, я просто не знаю, кто это что высылает. Но мне просто надо отдохнуть от Москвы, устал я в Москве, устал. 25 лет, 25. Сколько? Все. Это край уже, край. 25 лет такой жизни. Не, она была жизнь прекрасная. Жил я 8 лет. Брат, не сигарета. Будь добр, угости, пожалуйста. Я уже две. Не заткнись, блядь, не лезь никогда, когда человек разговаривает. Не надо, не надо. Сидишь, орёшь, на. Я скажу, что ровная супа. Две не дают. Бери три. Две это, сами знаешь, нас вообще не дают. Две не дают. Правильно. Нет. Ну, вообще-то, да, две на покое. Добыча, ты-то вообще молчу. Так, три. О, четыре, все. Еще одну возьму. А, на прозапас. Ну это милый, сироте. Бля, браток. Меня зовут Алексей. Ты же идешь на работу? Идешь на работу идешь или как? Ну я тебе говорю, возьми он штуку. Это 50. Это как тебе сказать? Штуку ты можешь взять? Как тебе за это отвечать, Виктор? Вот видишь, штука называется. Вот она стоит. Сираж Петров вышел. Видишь? Сираж Петров вышел. Я тебя знаю. Вот видишь, что стоит? Вот такой же, принеси сюда и присядешь. Виктор, ну что ты тупишь, блядь? Да он все стоит. Виктор, ёлки. Ну чё, сегодня побьём весь интернет, да? Чё нам ещё? Вот, видишь. Ой, человек нам ещё подошёл. Откуда он сам родом? Брянск. Брянск. О, землячок. О, о. Я с Липецкой области. Давай, 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 брат. За встречу. За встречу, кстати, у человека вот Алексея. Алексей, нет. У Кости. Давай, я говорю, телевизор. Да. Алексей же, правильно? Нет, ежик его зовут. Ежик, а имя какое? Неважно, ежик. Ежик, короче, за ежика вы. Ты меня понял? Да, день рождения. Ежик, а ежик. Да ты, блядь, заткнись, блядь, лезешь вечно, блядь. Давай, значок. Он за ежика выпил. Ежик проставился, все как твое встали, здоровье. Все, пацаны выпили. Блять, вот в натуре, блядь, я, блядь, твой я язык, блядь, похоронен. Я сам не думаю. Запусти. Это запуск. Я тебя поворот. Ну еб вашу мать. Держи. Чё там никак не разберешь? Да что ты все повалял, блядь, все покромсал, сука.
Ты какой-то антиквариат, блядь. Тебе откуда приедет? Пойду я кофе возьму и сожру. Сожру вот этот пирожок, блядь. По-любому сам. Нет. Ты кофе возьмешь за пирожок, тебе подождет. Да, сейчас я приду. Вот по поводу моего везения. Сходил, блядь, хуй знает куда, там воды нету кофе навести за 25 рублей. Пришлось за 99 брать. Вот завтрак. Завтрак у маэстро. Я сегодня сам спешанил, на работу не уйду. У ежика, у подписчика день рождения сегодня. Он передал водочки, курочки. Хорошо. Бля, пошли на свежую, на эту самую. Да, блядь. Вот, сюда зовут. Нахуй мне мусора твои, блядь. При что тут мусора, блядь? Да ебать они, блядь. А вы что, на хату не попали вчера? Нет. Это там спит гусь на базину. Да. Присажу? Да, вот. Чего? Бульба, как сам? Почему же не сам? Больно сидеть, Аслан. Да я уже говорил. Ебанулся. О, стакан есть, да? Ты вчера снова убежал. Я вчера был там. На базе был. На Крестову. Ой, блядь. Пока я вас искал, две уже выпили, блядь, это. Кто это так? Кто посмел, нахуй? Там этот Кирилл, Быча. Серьезно? Космоса я так и не нашел, блядь. Эту хуйню. А космоса нет уже второй день, нахуй. Да нет, вчера я увидел. Вчера был? Все. Да. Я вчера не видал. Ушел. Ну, ушел. Ну, это где был? Вечером. Это где был? Вечером. Это где был, говорю? Я не говорю, это когда был. А, тут был, тут. А после этого? После этого не проходил. Аслан, похавай, вставай. Ебани по 50 грамм. Садись. За ежика, у ежика день рождения сегодня. Что за ежик? Ну, подписчик, которым я вчера ездил. Вот он. А где ты самый? Вот он передал курицу. Вчера не заходил сюда вечером, когда мы сидели под деревом? Вы заходили. А я спал. Не, вечером уже. Это ночью было где-то, час а, ночью. Ночи не было. Ночи не было. Знаешь, ебать, тут комаров нас. Пауэрбанк есть. Да, это у а у нас деньги нет? О, нихуя! Чуть-чуть есть. Имеется в наличии чуть-чуть. О, нихуя! Аппарат, хуй-парад, чуй-парад, мой-парад. Ну, а чё за балалайка? Как твое? Считай твои. Я даже не знаю, блядь, что это. Что это за модель, блядь? Ну, твои же, блядь, как твои телефоны. Не, тут сбоку, видишь, камеры. А, у тебя только у тебя отпечатка другое место, а это новый. Ну, как так, блядь, называется? Новый образа, короче. Эй, куда ты пошел? Побежал, глуши. Бульба! А, су. А, поссай! Су. Ты, су. Блядь, обосывай голову, нахуй, в этого. Да, рыдный, блядь. Говорю, как у тебя, но только отпечатка и палец есть. Не, у меня тоже есть, у меня сбоку вот этот отпечаток. А это куда засовывать? Кто? Это не надо. Это в сраку, да. Это у пауэрбанка, это в жопу. Так, какого быстрее заряжать? Блядь, телефон хороший. А сколько, за сколько ты его будешь продавать? Ну, рублей 10,5 хотя бы. 3,5? 2,5. 2,5. То, что хуёво, там, блядь, 700 рублей просит, нахуй. Морозов. Разблокировать? Да, разблокировать. Когда считаю, допустим, я за двушку я продам,
Ну, 2700 получается. 700 рублей они просили. Я говорю, ну и нахуй, я сейчас лучше водку пью. Блять, хорошая балалайка, сука, нету денег. У меня есть рубль, нахуй. А где твои, блядь? Поставь пошел. Дальше пошел, да? Как обычно. А тот за сколько можно толкнуть, который я у тебя покупал? За рубль возьмут его? А где он? Здесь. Да. Видал себя. 700 рублей. Разблокируешь. Вот это я буду использовать и даю рубль. Это получается 2000. Это нормально, братан, да? Справедливо. Это охуенно. Телефон, блядь, мне нужен. Тот хороший, но, блядь. Брат, как ты знаешь, я продлю. Ну, я никогда... И нахуй отсюда, блядь. Это, симку вытащи, пожалуйста. А что за симка? Моя. А, знаю. Давай я что, давай. А есть это? Чем вытащить? Не, она так, по-моему, или как она вынимается? Не, там, это, там дырочку эту. Не, она так. Нихуя не дырочка, а, так открывается. Не знаю, а ты мне его подогнал. У тебя телефонов, блядь, как это, пол ведра, нахуй, ёпта. Когда две чай хуй, вот. Полсотни, блядь, телефонов. Да, флешка тогда. Флешка, да, блядь, я забыл совсем. 64 гига, блядь. Сколько? 64. Нихуя, это флешка. Так а нахуя, если в телефоне 32 гига, блядь? Какой 32? У меня 128 вот этот. В этом? 128 гигов. Какой-то это флешка, блядь. Не, а в этом-то нету. В этом там и есть хуй знает сколько. 8, 16. Не, 16. А ты-то нахуй открыл? О. Это. Ты нас ухущаю. Ёжик, ёжик передал вчера. Я вчера не стал заходить, темно уже было. А у нас же открытый был. А нахуй я тогда открыть-то? Все равно водка, да? Да. Ай, блядь. Это тоже. Саня, есть курица? Да. А? Да. Бля, да сейчас, у нас... Сейчас купим. У нас курилка догадит. Подначили там. Ой, бедненький, несчастный, у него денег, блядь, пол кармана, нахуй. Сигарет у него. Лени Тиска же, блядь. Вот это дорогой. Сигареты взялись? Да. Да. Будь здоров. Дай фугачку. Ну, дренчер какой. Чегевара нахуй. А, еще, а зажигалка что? Ну. Блядь, заебали этот комарец. Я тебе говорю, на ветер выйти было. Там менты, тут комары. Лучше комары. Лучше комары, бля. Да. Ты фон, это, долго не держи, фонарь включил. Просто тык и все. Там зелененькая должна гореть. Это тоже сушь. Не, я всю ночь заряжал. Должен. Зелененькая горит вот здесь, ну вот так закрою это. Он, наверное, вообще севший. Подожди минуту. Вот это тоже не зарядился. Вот туда щенку свою встал. А? Щенку свою туда встал. Тут. А, вон, пошла зарядка. Пошла? А да. Этой фигней нахуй чеки не кому. Это тебе надо, блядь. Чудо, что а у тебя, блядь, подцапкал у тебя, блядь. А мне щенку надо покупать. Там. Или маню вылавливать нахуй, чтобы, блядь, щенку. Симки мы сейчас без... Симки мы сейчас бесплатно возьмем и 100 рублей там положим и скупим. Бля, вот эти я не понимаю, что за уёб, блядь, что такое, смотри. Что такое-то? Это наебнулся где-то, отцарапался, да? Нет? Нет, смотри, вот эти имею в виду. Цыпки какие-то. Смотри. А у тебя нету этого, как он называется?
На коже что бывает, блядь? Как... Бля, не было никогда. Может, блядь... Как болячка-то называется, блядь? Забыл нахуй. Как у меня было? Не-не. Ну она такая, на генетическом уровне, блядь. Блядь, ты как то, что ни с кем ебался. Ты ебанулся или что? Что-то у тебя как сифилис, понимаешь, блядь? Смотри, блядь. Хуй сифилис, блядь. Смотри, у него кожа, блядь, падает. Почему, блядь? У него уже, блядь, как пиздец, блядь. Ну смотри. Хуй его знает, что это, блядь. Стрептодермия, как ты говоришь? Хуй тарамейми были, блядь. Да, бля, пошли копчик. Во, сразу пошло. Сразу выскочило в это. После чего? После кокс. Он, короче, блядь, ебашил, короче. После этого появилось его... Вот эта хуйня и пошла. Сразу, блядь, его на завтра. А чё у тебя кожа-то, блядь, слышь? А чё кожа-то, это, снимает? Шелушиться. Надо, блядь, какой-то крем увлажняющий просто купить, нахуй, ну, чтобы... А сколько она стоит? Прямо сейчас будет. Крем? Да обычно он детский тик-так, хуяк, он стоит 50 рублей, блядь. Хуй себе сейчас будет. Блядь, рублей 50 у него стоит. Смотри, у него кожа, блядь, снимается, скажи. Я этому сказал... А подожди ты, блядь! Так и не вспомню, как эта болячка называется, блядь. На коже эта хуйня. Я вчера... Ну, киту сказал, нахуй, принеси, говорю, крем. Ушла зарядка. Иди, а то он ноль пока. А это хороший или это? Не, красный хороший. Там горит он. Там вообще не горит. Не, она так еле-еле светится. Сами, блядь. Тоже бездельная. Ебать, хуй его, блядь. Китосу сказал. Говорю, принеси крем. У меня только крем для рук. Я говорю, да мне похуй, для рук, для чтобы увлажняющий просто. Хуй две жопы, да? Ну-ка, я сейчас на своем проверю, идет зарядка или нет. Главное, сейчас это самое. Увлажни себя, ну, чтобы она сухая, пиздец кожа. Я уворачиваю голову, она натягивается. Боль пиздец, я скажу. Это... Куча, вот нахуй, мне этот барахол ебаный. Лучше не надо. Я больше всего пошло, ну нахуй. Дерьмо на жар анима. Лучше водка, да? Да, во, водки. Ну, идет зарядка. А почему это? Ну, он в ноль севший, да? А, один. Вообще был разряженный. Да, я давно его не заряжал. Ну, пошла зарядка. Так, нам надо сим-карту купить. Мерседес и квартиру. Бля, закуточек тут хорошенький, да? Ну, Мерседесы я приглядели, там нахуй стоит. Вот. Да? Того урод, типа, вот эту Мерседесы, который, блядь, летает. Заебали, блядь. Я говорю, тут 20 минут. А что ты мне вчера не отдал? Я бы дома зарядил его, нахуй. Вчера оно заряжено было. Это Никитов, блядь, да, с колонкой. Колонку, блядь, подключил. А, Никита приходил. Мы что, сидели до 3 часов ночи, нахуй. Mm. Ну, у них и пивас есть, все у них есть. И ханджубас, блядь. И пивас, и ханджубас. Ой, беленькая, серенькая, блядь. Все ништяк. Гандер, СО, взвешивать. Зарядок полкилограмма. Это сколько голова вешает за ноздрю? Кошельки взвешивать, блядь. Если голова хорошая, то... Кошельки, да, слава, взвешивать. Металл знает. Если голова хорошая, наверное. Это что такое? Арка. Это для бритья или после бритья? Бля, я не вижу нахуй. Давай я гляну. Без очков, блядь. Салфетка. Мэн. Так, все по-нерусски. Где по-русски? Все на нерусском, блядь. Кто не живет? А, крем для бритья. А, для бритья? Для бритья, это да. Пена, да, пена. Пена не ходит. А вот, смотри. Чудо это ебаное. Поставь, пошел. Так вот, с концами. Да они уже похмелились, я им литр отдал. Я пока вас искал, у меня три бутылки было.
этот. Я вчера этот космос отдал этот. 4 топора этот. Красный пакет. У нас лежало, у нас двое суток лежало. Я уже никто не пьет нахуй. Похавайте хоть чуток курочки. Я им там отщипывал. Ёжик, подписчик. Ёжик, спасибо тебе, братка. У него днюха сегодня. Благодарю. Дай бог тебе здоровья. С днем рождения. Прожить тебе еще лет 100. А потом 100. Ну хотя бы. А почему 100? Не, ну можно 120, но хотя бы 100. Это не тебе же решать. Ну, бог будет решать. Зачем потом мучиться, блядь, старик ходить нахуй. Чуть-чуть поменьше, блядь. Дай бог здоровья, братуха. Нет, здоровья, блядь. Да. Самое главное. А остальное все потом само нарисуется. Все заряжается 2%. Вот 2%. Этот провод, наверное, блядь, не оригинал. А, этот на базе такой же провод еще был. Да, лежит там какой-то. На тумбочке, знаете. И черный там? Не, белый. Нет, черный вчера ровно. Белый, только ходил. Подлиннее этого. Черный дома вчера ходил, посвечал. Блядь, вот это... Вообще зарядки нет. А я тебе вчера... И мне ты один отдал, да. Который на твоей... Да, тач-пси, как он там называется. Хуе-пси какой-то. Вот такой, короче. Вот это, блядь, танкисты, блядь. Вот это вертолет. Это еще пух летает. Тополиный пух. Жара июнь. Тю-рю-тю-рю-тю. Ну что, дождя вчера не было, да, ночью? Нет. Вчера дождя не было, но снег-то был. Снег? Тополиный пух. Этого что-то не видно, как его. Рамиль. А, бля, уже двое суток нема. Где он сейчас? Ну, где-то там. Сам себе пробит. Департамент ебаный, бля. А, ну. Ебаный департамент. А тот Рамиль спит на базе в кресле. Какой вчера был, да. Он тоже, блядь, хуй его знает, несет какую-то хуйню. Не могут они бухать, блядь, с нами, да? Не удерживают. Быстро ломаются. Не удерживают. Я говорю, бля. Пару рюм. Все вот тут, в интернете, там, ой, блядь, я бы приехал там, тыры-пыры. Приехай, побухай 3 дня здесь. И пизда тебе будет, блядь, весь твой дух, блядь, улетит. Сколько? Сутки, нахуй, достаточно. Это много. Много, да? 3 часа! Да. Хватает! 2-3 часа. Все это пройдено уже давным-давно, нахуй. А через 3 дня они уже плачут. Отправите меня домой, блядь. Соберите на билет, отправите домой. И как всегда, блядь, маэстро будет помогать. Через 3 часа не будет паспорт, через 4 часа будет спать, а через сутку маэстро помогает. Провожает на вокзал, блядь. Провожает на вокзалы. Двигай. Сколько с нами это? У них пиво вон, как вода, блядь. Сколько калмыцев запивает? Да, запивка. Сколько калмыцев с нами выдержало, нахуй? Блядь, 4 дня. 4, блядь. Больше всех он продержался. Потом мама. Ты про малое, блядь? Да. Потом у кого телефон отработали, да? Да. Мама, потом хостел его, нахуй. Борис. Боря. Борис. Больше всех с нами крепил. Он хороший пацан. Бля, ну да. Он в проливе такой, понимаешь? Ему скажешь, Борис, не выходи, братишка, охраняй здесь, мы сейчас подойдем. Он там, блядь, как, я не знаю, блядь, он... Как коршун сидит, блядь. Ожидай, блядь, до такого степени. Утро мы ушли, блядь, вечером пришли. Как цепной пес, нахуй. Он и так, блядь. Огонек сделал вот этот, блядь. Костер, блядь, там, блядь, картошки ебашит там. А, этот еще сколько с нами? 2 дня было, нахуй? Кто? Хромал, который. 3 дня. Да. Который на мне наехал? А, да.
сначала, когда он приехал, я за черного там что-то там, что-то хуйню понял. Я подписчик черного, блядь. Осанки ведет себе. Кто это такой? Ну, хромой какой-то. Я бля, с нами был бля, такой нахуй, блядь. Нога у него хромая. Ну, крепкий такой хлопчинка. Он с женой, короче, ругался. Да, с женой поругался, как потом раз, позвонили. С женой помирили. Отправили. Едь домой. Нахуй, бля, ему тут делать некуда. Уличная жизнь для него. Да. Чудо. А вот сегодня, наверное, дождь будет. Нет, сегодня не будет. Не будет? Ну, что-то такое затишье прям. Затишье перед бурей? Ну. Ну, там, блядь, набирает себе там, блядь, вода уже, потом будет наливать вода. Не дождь вообще не нужен. Эй. Маленькие пидорасы. Московские комары самые, блядь, пидорасические. Блядь. Они живут до декабря, блядь. Да. Сука, покусали на ноги. Ну. Московские комары это декабрь. Да? Ты вот Тверь. Да не, там они мирные, там они здоровые. Они вот это понятно, здоровые. Комара ловишь, нахуй? А московский, блядь, он живет до декабря, блядь. В декабре я комара убивал, я охуевал, нахуй. Тут вот голова торчит, тут лапы. И лапами флаг выжимает. Вот это комары, нахуй. Ебать его. У него жало, как у меня хуй, да? Ебать, он нахуй насквозь прохуячивает. После нас пускают, он писает, блядь, потом все равно сдохнет, вот через 20 метров. Блядь. У нас или будет, блядь... Летит, падает. Они даже с друг другом будут сталкиваться, блядь. Блин, тогда пробки начинаются. У нас уже крови, блядь, не крови, это уже, блядь, алка там, блядь. И вот, хуё, блядь. 189-й день я сегодня. Не бухаю. А толку нету нихуя никакого. Ну хочется, вот уже не хочется. Не, не хочется вообще. Надо купить себе сами медальки. Зато вчера и позавчера я, наверное, банок по 15 этого адреналина, бля. Я, братан. Это хуёвая хуйня. Хуёво, да. Сегодня вот думаю, не буду его. Кофе. Сейчас вот я уже кофе на банке 4 выпил. Стакана 4. Пару банков это за день можно. А так, блядь, да, не да. Да чересчур, блядь, перебор, блядь. Может быть, у тебя сердце остановится. Ну да. Она будет резко стучит, а потом резко остановится. И все. И не обучука, это не держит, это твое дело. Я не хочу как туриста тебе потерять. Да. Нахуя? У меня есть. Мне вчера подогнали за охуенную зарядку. Да? Вот тут этот ежик, да. Микрофон подогнал для съемок. Подставку под телефон. Да хуя все. А, немало, да. Спасибо тебе, ежик, еще раз с днем рождения тебя. Дай сигарету. Да. Вот. Это твои ошибки. Это. Твоим наглостям, дай сигарету, я прям не говорю. Возьми сигарету. Дай, пожалуйста, сигарету. Имей все наличие. А ты говоришь, дай сигарету. Нет. Я же сказал, говорю, сигарету. Меня в Белоруссию пригласили в гости. Да ты кто? Да, не знаю, получится, не получится. 20-го, 21-го где-то поеду. Это кто такой-то, блядь? Я не знаю. Там, скорее всего, либо дагестанцы, либо чеченцы. Кто? Чё там мужик стал? Бухой, что ли? Что это рабочая? Это от заправки. А я откуда знаю, что это такое? Это из Казахстана. Говорит, что у меня твой подписчик. 17.03. Ты видишь, в углу написано 17.03, там что-то.
2000 какой-то год. У меня день рождения 17.03. Мне вчера написал, что я с Казахстаном, что вы твои подписчики. А. Вот, еще. Ассалам али... А. Аслан, салам алейкум. Дружище, как ты? Какие новости? А, ну может вчера телефон диктовали твой в этом эфире. А, мы же когда ты снимал, что да, мы да, да. Говорили. От души, братья, от души. За вашу молитву мы живем от души. Дай Бог вам здоровья. Пожелайте нам тоже удачи, чтобы мы тоже, чтобы какой-нибудь... Фарту, чтобы, фарту. Да, фарту, фарту. Меня фарт вообще, блядь, посеял нахуй, забросил меня. Я даже сегодня пошел кофе, думаю, не буду в Бургер Кинге, бухали, короче, там за столиками. Я думаю, не буду в Бургер Кинге, дорого, 99 рублей, блядь, стоит кофе. Пойду за 25 через дорогу. Конечно. Перешел через дорогу, воды нету. Воды нету, блядь. Кофе-то есть, а вода нет. Да, ёб твою мать. Лучше перекупить, нахуй, чем одно, блядь. Ну, и там кофе такой хороший, не как в этом Бургер Кинге, вода водой, блядь. А этот, Рому, блин. Юрист? Да. Он, если честно сказать, почему он всех возит на базу? Это, блядь, залетные, хуетные, блядь. Хуй его знает, приключения на жопу ищет. Кого не встретит, нахуй, блядь, всех волокет туда, нахуй. Mm. Нахуя? Мы только вдвоем были, блядь. Нормально, тишина, блядь, спокойно, там у нас бита. Как его, станколет или как его? Всякий. Всякий отдали это. Не, вот этот, который... Хуячишь, блядь, я не понимаю, стройка тут, блядь. Как его назвать? Стамеска. Стамеска? Когда лежит-то? Он, я, бита, стамеска. Что там у нас? Чаки были, мы их подарили. Чаки это что? Берете, когда приезжал. А, нунчаку? Да. Нунчаки. Чаки, блядь. Чаки. Чаки подарили. Это Брус Ли мы подарили? А, ну, там, да. Приехал, хуй его поймешь. Да он мутный этот, блядь, он морской пехотинец. Да, черная летучая мышь у него. Да, да. Ну и хуярился с нами, увидел из себя унчаки, подарите нахуй. Да, бери их, ебать их в рот. Куда делся, хуй его знает, все, больше нету нахуй. Они все нахуй разбегаются. Телефонов, наверное, на этой, на рынке меньше, чем у нас, блин. Телефонов. Приезжайте, блин. Да, приезжайте, покупайте, недорого. Скидка. Скидки. Лизинг, кредит. В кредит, в лизинг. Пауэрбанк. Пауэрбанк. За этот пауэрбанк меня удавят. Это же не мой, мне просто дали попользоваться. А, я хотел вот эти показать. А, вот это, да. А с такой полном сколько стоит? Ну, я хуй знает. Ну, грубо, рубль. Рубль, да. Я продал за сколько? А я не продал. Ну, штук 5 таких бы было. Ты хера себе. Я продал, блядь, за 700 рублей. Тебе другие. Черные, блядь, были. Белый был. Черный, гитара там. А, бля, у нас это пору банку сколько, бля, было. А белый там мы же продали. Продали, и, раздали. Никто. Короче, так. Где? А, ничего, да, да, да. Не отдали, а продали. За 700 или за сколько? Я не помню уже. Она стоит, бля, 500, бля. А мы продали. Да еще. В чем прикол, короче. Валера, Белорус.
Хорошо, блядь, он отработал. Он отработал красный сено колбаса, блядь, 39 рублей стоит. Короче, блядь, заходим в рынок в Тульске. А я, блядь, за 100 рублей сдал. Он спрашивает, за сколько сдал? Я говорю, за 100 рублей, блядь. Он мне прикалывает, блядь. Чего? За 100 рублей? Он говорит, как ты так мог? Хуй его знает, подошел человек, за 100 рублей он покупал. Оказывается, это, блядь, он говорит, блядь. Красная цена, красная, да? Красная сена, пятерочка, блядь, 39 рублей. Да, 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 да. Тут были два белоруса, короче, Шрам и Бульбаш, Санек. Вот они фикс прайс икру пиздили, по 36 она рублей раньше была. И тут же таксистам, блядь, по пятихатке, блядь, продавали. Но они это, спайс курили, ну. Спайс как раз пакет 500 рублей стоил. А, так. Помнишь это? Ополаскиватель. Сань, интересуйся. Как тебе понравилось или нет? Да не вас. Это на квартире не были? Нет. А, блядь, уже заебись. Ты хочешь еще? Нет. Через 5 минут, блядь, он сдох, нахуй. Ну, порван в хлам, нахуй. Воу, фикс прайсы. Это, ели, нахуй, для мытья. Вот там стоит 70 рублей, чем 80. Я ебашу оттуда упаковками, нахуй, блядь, приношу. И сразу же на месте по 100 рублей сдаем, нахуй. Потом рассмотрелись, говорю, так это же фикс прайс, она. Блять, хотел пойти постричься, сука, болячка на голове. Сейчас он мне ее разъебашит. А, это хуйня. Я не ковыряю, он так, я ладошкой чешу, просто чешется. Ничего. Кирпич, блядь, на голову ебнулся. Здесь, как у меня болячка. Это откусил, чувак. Дрались, откусил, нахуй. Ребята, что там? Как там? Как у вас? Комаров здесь, конечно, пиздец. Убил. Эй, то, что это, я заметил. На базе нет комаров. На базе, да, нету. Нету комаров. Если один, бля, пролетит за ночь, нахуй, это, блядь. А вот здесь? Заряжается? Я вышел туда на поляну. Он там едет. Я тебе, бля, будил. Спишь, похуй. Комаров снов создал троху. Там 28 миллионов их сделано. Садись. Это не болячка. Это знаешь что? Это грязь, братан. Вот сними, братка. Что это? Это грязь у тебя. Что, на мочалка ебашит? А он в этот, в Бургер Кинг зайди, в шею помой, нахуй. Вот эту, смотри. Вот под бодрозу. Ну, может, от грязи, да, пот расчесал, нахуй. Все грязь, блядь. А может, тебе бита дать? Сам себе оббить, чтобы обсуждать. Разгонись в дерево, вот, сухое. Как раз, может, и дерево упадет. А, куртку мне видал, какую подогнали? Ну. Армани. Армяне подогнали? Армяне, да. Армяне подогнали Армани. Армани, блядь. Ребята, интересуетесь, подписывайтесь. Помнишь, у меня кожанка же, бля, была? Ты же кому-то подогнал тоже. Ты можешь сказать, что ли? Ребята, подписывайтесь. Лайк. За вашу подписку.
Мы вот живем нормально. Если честно сказать, как она есть. По сути, имею в виду. Этого человека для нас столько добра делает. А человек от души. От души и с душой. Ладно, хватит, а то я заплачу. Очки сниму, да? Нет, на самом деле... Наливай. Санька, на самом деле... Так должно быть, мне помогают, и я помогаю. Просто понимаешь? Нет. На самом деле... Тут пара подписчиков еще. Да тебе слово, бля, Саня, какой-то... Я говорю, биты поднимаю свою. Я говорю, на выход, бля. Они поднимаются, говорю, на выход, все. Просто, понимаешь? Тот, кто хочет на совке, пожалуйста. Ну да, милости просим. Приходите в наш дом, наши дверь открыты. Приходите, пожалуйста. Посмотрим, кто сколько... Просто молчу. Просто... Приедете, после пары стаканов посмотрим, что будет. Просто столько, блядь, было ярых, столько грозились. Ага. Ну, там я не знаю, хуй знает. И никто не приезжает. Мы вдвоем. И не надо никому приезжать. Давай. Да нет, там это, вокруг оно осыпается уже. Хочу подстричься, а то потом, блядь, денег не будет и буду лохматый ходить. Работу опять искать надо. Вот неделю отработал, все, пиздец. Зачню. Володя, ну, что-то там с деньгами у него пока проблемы. Ну, не знаю, я им сейчас смс-ку написал, да. Наташа приехала. Начались проблемы с деньгами. Наташа приехала. Начались проблемы с деньгами. Да не, не за это, там что-то на работе у него не совсем складывается. Это чей? Это чей? Кто такой? Если потеряли, приходите, заберите. Даже мы даже в магазине не пробовали. Это я не знаю. Кирилл Портнов. Это хуй его знает, чья это. Это мы нашли, это на базу. Но. Утром поднялись, лежит нахуй, блядь, в стране, нахуй. Чья, что, хуй его знает. Кирилл Портнов, если потерял карту, а приходи, забери, деньги. Да. Позвони прямо сейчас, скажи, сколько там денег. А давай попробуем, блядь, по магазину, да? Не надо. Вот так и жили. Вот такой видосик, ребятки, сегодня получился более-менее большой. Ну, не всех я увидел, космоса не знаю, где его искать. Ёжик все передал, сам видел. С днем рождения тебе еще раз, братан. Спасибо тебе за подгоны технические для канала. Огромнейшее спасибо. Спасибо за психологическую поддержку. Всем вообще подписчикам говорю. Кто впервые на канале, обратите внимание, чем занимается канал. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Будем дружить, задавайте вопросы. Личные телефоны в описании видео. Все есть. Всем удачи, всем добра, тепла, солнышко, фарту. Ребята, спасибо за все. От души вам. Ёжик? Ёжик. Ёжик, еще раз ёжик. С днем рождения тебе. Я тебя сдюхаю, я говорю, много лет прожив. Главное, чтобы был фарт, а остальное будет. И здоровье. Здоровье тебе самое главное. Благодарю. Спасибо еще раз огромное. Ёжик, тебе и за всех. Благодарю, что подписываетесь и лайк, и все. Все будет хорошо. Все, ребята, смотрим видео. До новых встреч. Спасибо всем.